Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас, как всегда, на английском трешечок. Ну, я, честно говоря, не удивляюсь, здесь, как обычно, все продают намного дешевле. Вот такие вот плюшки за один пак. Плюс дополнительно есть Shopping Spree. Вот эта вот акция, в которой вы можете получить офигенных, обалденных и героев, осколки и плюшки, как видите. Розалинду, конечно, здесь продают по 10, ее разобрали, Огника по 60, Зуль по 50. В общем, все, Некроса вообще по 100, еще даже 2 осталось. То есть здесь это не проблема, а за большой пак, как видите, вы можете получить нормальный приходик. Так, помимо этого есть коллекционер и дискаунт стор, вот это вот такой вот, в котором можно скидочку получить и там бесплатно получить определенные итемы. Помимо того, что там, как видите, исцеление здесь продается за самоцветы. Опять же, я недавно вам это показывал, и видите, оно сейчас опять тоже есть. Смотрите, 2 исцеления подряд у меня. Вот так вот. Так, забрать. Не знаю, сейчас подумаем, кого качать. Огник вообще копейки стоит. В общем, вот как-то так. Топовые плюшки, расходники, все, что надо, в общем. Так, окей. Камешки, кстати, подешевели. Что еще интересного есть? Баназа. В общем, такое вот. Ну, у нас сегодня дальше продолжается трешечок. Мы будем сейчас проходить. У меня есть еще время. Угольную армию. Я немножко их сдвину сейчас. Вот сюда в край поставлю всех. Хочу протестировать. Вдруг зайдут они сбоку, и нам повезет, и мы набьем намного больше, чем перед этим. Но опять же, это стрёмненько с одной стороны, потому что к нам подойдет Атлант. У меня забора нет. То есть он может включиться, если мы его вовремя не законтрим, то все пропало. В общем, трешуем как можем, скажем так. Так, я этих сюда кинем. Вот так вот. По героям я ничего не менял. Состав тот же. Как вы видели, в прошлый раз у нас улетела часть героев на отражалке. Посмотрим, или это сейчас зайдет. Поехали. У меня тут только Анубис, как видите, с воодушевлением. Для чего? Для того, чтобы сразу вырубал. Остальным надо зарядиться. Ну, как видите, все вот... Я поставил их вниз, и все заходят совсем другой стороны. Как-то странно. Не, вот один раз нормально зашли. Сейчас получше. Ну, посмотрим сейчас. Опять же, это все рандом. Один заряд, и все, и моих всех нету. Держится 17-я волна. Ну, герои, как видите, с 20-м прорывом, поэтому. Так, давай, 21-я. Все, сердцеедка улетела. Да, быстро, конечно, минуснулись. Ну вот, видите, зашли вообще с другой стороны. Вряд ли мы даже 650. 663. То есть зашли вообще с другой стороны. Как-то странно, да? Давайте еще потрешуем. Попробуем. Еще разок сердцеедку я только спрячу. Либо даже и просто поставлю оживу.
потому что, как видите, она сливается. Урона очень много у нее, и, к сожалению, она сливается. Так, где моя сердцеедка? Наш у нас, по-моему, 20-го уже. Ставим оживу. Опять же, очень многое решает забор и удачный заход, откуда именно они зайдут. То есть тут, скажем так, если бы они не бежали сейчас через все поле, а где-то рядом зашли, бы мы нормально тут набили. Самое главное, их не замедлять, это я уже показал вам. То есть ворожай здесь мешает, к сожалению. Ну, для отхила он нужен. Но он мешает подходить некоторым героям, чтобы их быстрее сливали. Вот видите, вообще с другой стороны идут. В принципе, тут есть стрелок, поэтому тут, я думаю, никакой опасности именно в такой вот расте нет. Должен забирать энергию. По идее, но это опять же по идее. Как видите, на практике все бывает. Так, ну башенки стоят, это радует. Ой-ой, жесть. Вот то, о чем я говорил, ребят. Просто слились ни на ком. Вот, вот как-то вот так вот. Вот видите, хотя, блин, удачно зашли. Вот обидно, тоже 652. Вот если бы не слились, в принципе, набили бы нормально. Вот вам ведьмы, которые зашли чуть-чуть ближе. Ну, опять рандом. Ничего тут не сделаешь. Вот так вот, жизнь, боль. Даже у донатов. Хотя, в принципе, как видите, у меня 650, это стабильный урон. То есть, по сути, мне оно не надо. Я вам просто показал, что можно стабильности хоть какой-то добиться, когда у вас будут прокачанные 20-е прорывы. Так, окей, давайте пооткрываем сундучки. Ну, неплохо так падает. Книжки падают вообще отлично. Когда-то я говорил, мне нафиг не надо книги, а сейчас я только их и жду, потому что мне их не хватает пока что. Ну как, относительно не хватает, только там уже 7000 опять. Так. Так, отлично. Давайте сейчас подумаем, кого мы следующим качнем на обзорчик. С таких интересных, думаю, кого бы хотели посмотреть. Давайте ребята качнем. Почему бы и нет? Интересный герой. Думаю, будет интересно посмотреть, что у него изменится на максималке. В принципе, тут качать не особо сложно уже. У меня они уже 15-го основа. Скоро дойдем до того, что я уже всех таких основных докачаю. Возможно, некоторых еще восстановлю. Просят варлока. Может, сделаем варлока 20-го. Будем пробовать проходить битву гильдии с ним. Почему бы и нет. Старая школа на максималке. Надо будет заняться, апнуть силу уже до максимума. Я что-то расслабился. Я, в принципе, спешить-то особо и некуда.
Макс. Есть. Девятнадцатый, как видите, практически апнули. Ну, у меня мало уже ресурсов, по сути, уходит. Можно больше двадцаток делать, потому что я раньше разносил по всех героях. Сейчас у меня докачиваются, в принципе, такие основные. Вот так вот, Рибит у нас сделан. Пишите в комментах, кого из следующего. Я думаю, возможно, медузку сделать как вариант. Давайте сейчас ее даже, наверное, и так сразу вкачаем. Очень интересный герой. И на PvP локациях, и на других, думаю, будет интересно посмотреть, какие у нее все-таки изменения будут. Что она сможет. Не знаю, или хватит нам сейчас. В принципе, может и хватит, а может и нет. Чтобы заапать ее на максимум. Семнадцатый. Мне, наверное, скорее всего, не хватит. 18 хватит еще. А может и хватит. Сейчас проверим. Там, в принципе, есть шопинг спри, там докуплю нужное количество камней и докачаю, думаю. Ну, как видите, дальше уже силушку тяжелее будет качать. Вот считайте. Прокачала два героя и не особо там сила так поднялась, плюс 5к. Ну, в принципе, думаю, до ляма долезем. Плюс скоро обнова будет. Там опять что-то ведут интересное. Да, хватило. Как раз. Ну все, можете меня поздравить. Еще плюс 2 двадцатых прорыва. Наверное, еще и третий будет. Правда, не знаю, кого, наверное, Атланта качнем. Потолок на максимум. Ради теста. Думаю, будет интересно на него посмотреть. Поэтому пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Конкурс на Огника не забываем. Всем удачи, всем пока.